В рамках Дня физкультуры и спорта в Одессе прошел уже традиционный забег вверх по Потемкинской лестнице. Проверить свои возможности на дистанции в 192 ступеньки вызвались 538 участников. Новый рекорд участников оздоровительной акции установлен. Первый забег по Потемкинской лестнице прошел по инициативе олимпийской чемпионки Надежды Лизаренко в далеком 91 году. Затем народная забава взяла перерыв. Последние 6 лет забег организовывает областная федерация легкой атлетики под руководством олимпийского чемпиона по толканию ядра Юрия Белонога. В этом году больше участников заявилось индивидуально. То есть, это говорит о том, что люди знают об этих соревнованиях, и они приходят и регистрируются. Мы специально сделали возрастные категории, потому что все могли участвовать и проверить свои силы. Дистанция достаточно сложная, бежать вверх по лестнице, там технически тяжелая дистанция. Ну ничего, знаете, как все в одинаковых условиях, и соревнования проводятся для того, чтобы проверить свои силы, свои возможности. Получить удовольствие. Бегуны были поделены на 8 возрастных групп. Первыми бежали участники, чей возраст не превышает 11 лет. Завершали забег любители спорта, которым за 50. Есть, есть! Давай. Ноги отказывают, не имеют ноги. Тренировалась раньше? Нет. Первый раз бегу по лестнице. Вообще занимаешься спортом каким-то? Да, футболом занимаюсь. Всем удачи, никому не болейте, будь здоровыми.